Всем привет! Сегодня я буду тестировать вот такие вот красители. Пасхальный набор краситель пищевые для яиц. Как указано на упаковке, они золотые. И тут я открыла один. И тут, по-моему, серьезно они с блестками. Ну что, давайте наливать клей в емкость. Я буду использовать момент столяр. Вот, ничего в этом плохого клея я не вижу. Теперь гель для душа. И крем для рук. Добавляем наш краситель. И да, он правда перламутровый, это я выбрала красный цвет. Перемешиваем. Загущаем. Вот такой вот получился слайм, но он совсем не золотой. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись.